еще одну прекрасную серию вашего любимейшего сезона, который называется «Крамгилля и ее тайный поклонник» второй сезон. Ну что, поехали! Так, Скрилл, куда ты хотел, чтобы мы с тобой пошли? Куда? Это одно очень интересное место. Я просто хотела тебя туда провести. Пойдем со мной. Это сюрприз. А, сюрприз? Уже иду. Идем. А, как интересно. Смотри. А, так это мои фишки. Я их собираю, как плечи дракона, мои любимые. Ну да, я их видела. А что? Что в них такого? Нет, ты еще другого не видела. Посмотри еще лучше. Ха, что? Ну вот посмотри свои фишки. А, давай. Так, сейчас. Ну вот, первая Найт Фьюри с беззубиком. Ну, к чему ты клонишь? Ну, ты еще посмотри. Ну, ладно, еще посмотрю сейчас. Так, вот. Это со всеми ребятами там. Ну, хоть меня там чуть-чуть есть. Я так хотела фишку со мной, а мне никак не попадается. Ну, это да. Давай дальше. Ну, вот шепотом смерти прикольная фишка. Так ты дальше давай. Ой. Вот, ко столу. Ну да, прикольные фишки, я знаю. Я их собираю, так скажем. Ну, не часто, но когда Астрид купит. А, ну понятно. А теперь посмотри за твоим крылом. Что? Еще фишки! Я не со мной с Астрид! И редкая фишка! Это все для тебя. Это ты, ой, да ладно, посмотри. Сейчас посмотрим. Вау, это же со мной. Господи, я такая красивая там. Так, дай-ка я положу ее в свою коллекцию. Ой, это со мной с Астрид. Ой, как мило. Да, ты еще посмотри, еще одна редкая с Астрид, с Крамгиллой, к сожалению, я не нашел, но видишь, есть с твоей хозяйкой. Да, и это редкая главная. Да, как говорится, все для тебя. Ой, спасибо. У меня есть еще много других сюрпризов. Полетели, покажу. Полетели. Так, закрой глаза. Ага. Иди на мой голос. Давай-ка. Иду. Не смотрю, иду. Все, можешь открывать. Ух ты, это же коллекционные фигурки. Они такие редкие. Это Астрид и я. Ой, спасибо. Я же говорю, вся для тебя. Ой, это я. А это Астрид. Где же ты их нашел? Так еще две одновременно. Какие няшные фигурки. И это же Астрид. Вау, прикольно. Вау, это же Астрид. Вау, прикольно, она такая красивая. А себя-то ты не посмотрела. Ой, да я тоже такая красивая. Да, прикольные фигурки. Я помню, такие были. Вот у Беззубика таких много. У него такие есть с ним. Да-да, и, конечно же, ты. Ух ты, спасибо, и это все для меня. Мне никто никогда таких подарков не делал. Ну, как говорите, почему красивый такой драконище не подарить такие подарки? Ой, спасибо, как это мило. Да, я знаю, у меня еще много сюрпризов, поэтому все, летим еще. Ой, я задела. Ничего, я пока их тут оставлю. Так, полетели. Полетели. Мой план потихоньку работает. Всего-то надо было добыть эти фигурки и эти карточки. Все идет как по маслу. Как я счастлив, мамочки, как я рад. Беззубик этот уже у меня. И точнее, это Крамгилля у меня. Стоит только мне контролировать эту Крамгиллю. Все. Ну и вы, наверное, спрашиваете, почему же я не взял Беззубика, когда мой вопль смерти его оглушил? Очень легкий ответ. Все бы поняли, что это я. А тут-то никто не поймет, ведь Крамгилля увидит Беззубика за собой. И тогда никто ничего не поймет.
Смотри еще. Ух ты, какие фигурки! Ух ты, это же маленькая мини-фигурка со мной. Вау, какая она прикольная. Мне она так нравится. Ух ты ж, боже ж мой. И все это мне. Да, только одно тебе. А вы посмотрите на эту маленькую фигурку. Так красиво и качественно сделано. Ух ты. Да, да, и все это с тобой. А это, я такие в Макдональдсе только видела раньше. Да, да, все для тебя. Я же говорю, все для тебя. О, у нее даже есть механизм. Как интересно. Ой, как мне нравится. Ну зачем мне столько подарков? Конечно, большое спасибо, но все же зачем? Я конечно, очень ценю это, мне это очень нравится. Но ты что-то слишком меня задариваешь. Мне для тебя ничего не жалко, поэтому еще несколько сюрпризов. Еще? Ой, ты давай уже, как говорится, на этом хватит. Ни в коем случае, еще много-много сюрпризов. Ой. Вот, пожалуйста, цветы. Ой. Ух ты, какие красивые цветы. Да, я их сам сделал. Ну, ты прям творческая личность. Да, все делаю тебе. Сейчас это зубы возьму, а не могу взять. О, спасибо. Они так вкусно пахнут. Очень вкусно. О, фу. Так, осталось только ее заманить в клетку. А-а-а! Ну, привет, мой хороший. Ну что ж, молодец, усыпил ее, молодец, цветочками. Фу, теперь выкинь этот дурацкий букет, ненавижу цветы, фу, гадость. Так, я не могу так долго ждать, мы идем или не идем, а? Давай уже, неси ее. Давай, заноси ее в клетку, чем быстрее, тем лучше. Так, давайте закрывай. Все, птичка в клетке, Гримбель счастлив. Ой, ну не хочешь сказать, что ты в нее тоже по-настоящему втюрился? Ну что за это? Ну это же неправда. Правда? Так, а ну-ка нет, у нас работа. Все. Так, теперь-ка давай-ка отнесем это гадкое создание отсюда. Ох ты. Я и сам справлюсь. Да, вопль смерти, знаешь, что делать, знаешь, что делать. Молодец. Относи эту клетку подальше. Так, молодец. Теперь охраняй клетку. А я пошел кое-что додумаю. Где Крангильда? А, что? Ощущение, как будто в меня какая-то ядовитая стрела попала. Крангильда, девочка, Крангильда, где ты? О, нет, это плохо. О, нет, это плохо. Где она? Хотя, может, она патрулирует. Ну, не знаю. А, в окружности ее нет. Пойду поищу Икинга, он даже знает, где она. Ой, дела плохи, ой, дела плохи, ой, как все плохо. Так, значит, Сморкала, ты будешь искать Астрид и Грангель, а мы с Светлой Фулией. Астрид, Астрид, Астрид. Ребята, у вас тут нет Грангель? Я ее потеряла. В смысле ты ее потеряла? А, я не знаю, в меня выстрелили стрелой. И в меня, и в меня, и в меня, и в меня. Во вас всех, что ли? И это неспроста, это все Гримель. Он, наверное, мою девочку украл. Где она может быть? Кто-нибудь из вас знает? Нет, мы сами пытались тебя еще найти. О, блин, нам надо ее будет найти обязательно. А как вообще это все произошло? Мы шли, и Сквилл куда-то нас там повел. Он учуял след, как я поняла. А потом в меня попала стрела. Но я не видела, чтобы стрела попала в девочку.
Возможно, они успели улететь. Надо все равно их отыскать. Пока мы их не отыщем, я не остановлюсь, ясно? Ну, это мы поняли уже. Все, идем тогда искать. Сейчас же. Как ты без дракона пойдешь? У меня есть дневная фурия. Да-да. А ну-ка, иди ко мне. Ну вот, все, полетели. Да ладно тебе. Ой, ну, если вы все готовы, то хорошо, тогда полетели. Ладно. Так, но куда лететь, мы же не знаем. А, логично. Это даже очень логично. Скрил, ты жив, где Крангеля? Где? Нам надо ее найти. Точно? Так, вы что, сейчас серьезно будете драться? Что вы за драконы? Тихо! А ну-ка всем тихо стоять. Пока мы не отыщем девочку, никаких драк не устраивать, ясно? Все, тогда тихо. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Нажмите колокольчик и ждите следующей серии. И всем пока, ребята. Пока.